Рыба-кит, папа рисует. Привет, ребят! Привет! Вы на канале Рыба-кит, и с вами папа, который рисует, и Павлик, который рисует. Мы ему придумали тоже канал, Умный Павлик называется. Да. Что сейчас рисуем? Мы рисуем. Мы рисуем? Динозавра сначала. Да. Сначала рисуем динозавра. Дайно. Как по-английски динозавр? Мы изучаем английский. Динозавр. Динозавр, так говорят, англичане так говорят. Динозавр, да? Давай, рисовать динозавр, давай. Мы просто будем рисовать динозавр. Смотри, как бы мы рисовали. Как я умею рисовать. Давай, начинаем рисовать динозавр. Смотри, Павлик, как я рисую. Я рисую сначала ему большой горб. Вот так. Вот так. Это гора. У меня огромный динозавр. Он называется бронтозавр. А теперь здесь рисую голову. Вот здесь такая голова. Такая маленькая у Павлика голова. У меня большая голова, да? Ага. Теперь рисуем ему... Что еще нарисуем? Ну, хвост уже есть у нас, да? Теперь нарисуем лапки. Лапки такие. Бим-бим-бим. Бим-бим. Вот здесь такие. Одну лапку рисуем. Бим-бим-бим. Здесь вторую. Бим-бим-бим. Ну, ты старайся, Павлик. Все-таки Пап, надо... Меня вот так сделал. А теперь шею. А ты вот меня толкнул и за... Ух ты, какой Павлик, с тобой не заиграешь. Шею рисуй динозавру своему, теперь пузо рисуй. Ты ему сразу так нарисовал, ну давай так. Вот у нас такой динозавр. Вот так сюда хвост идет, да? Смотрите, дальше. Нарисуем теперь ему такие большие... А, давайте не бронтозавр рисовать, а трицератопс, или как-то он называется так. Такой, смотри, который с такими здесь большими пластинами, знаешь, динозавры. Вот такие пластины колючие у него. Трицератопс он называет. Вот такие. Вот тут одну пластину рисуем. Назвать колючий динозавр. Колючий динозавр. Рисуй. Волосы. Пластины ему рисуй. Вот здесь пластины. Ну, назовем это, цветом. Давай так, не цветом. Сначала нарисуем пластины, а потом решим, каким цветом. Смотри, как я нарисовал одну пластину. Такая она колючая. Раз. И здесь вторую. Здесь третью. Четвертую. Поменьше, да. И вот здесь еще одна у тебя влезет. Отлично. Теперь нарисуем глаза. Такие вот. У него глаза есть. Пиу, пиу. Вот здесь нарисуем вот так глаза сверху. Пиу, пиу. И ротик. Это язык. Это такой вот и еще язычок маленький. Ребята, да? Рисуйте с нами. Я знаю, что мне кажется, это трицератопс, кажется. И здесь такие у него шипы еще. С этой стороны. Вот здесь вот два шипа нарисуй. А я тебе пока нарисую зрачки. Получит у нас динозавр. А каким мы цветом будем рисовать? Как мы, да? Да. Это я и нарисовал. Давай фломастеры складываем. Только нам я и запас. Каким цветом? Мне говорили, что нужно... Какого цвета динозавр? Я хочу желтого, потому что меня попросили желтым. Ты какого цвета будешь рисовать динозавра? Советую. На ушко скажи. Грин. Рисуй грин. Сейчас. Рисуй грин. Павлик грином рисует. Ну, бери грин. Отличный грин у тебя. А у меня yellow. Рисуем. Закрашиваем. Вот так, смотри. Я тебе советую вот этим вот раскрашивать. Вот этим вот. Смотри, Павлик, вот этим. Попробуй вот этим раскрасить. Им быстрее. Вот так, знаешь, быстро-быстро все раскрасить. Старайся раскрашивать, конечно, аккуратнее, но и быстро. Не тормозите, не целый час рисуйте, а рисуйте одну минуту всего лишь. Мы с Павликом все рисунки наши рисуем минуты 2-3, да? Быстро, да? А с Ромой так вообще может одну минуту, а может быть даже и меньше. Вот здесь еще подкраси здесь. Вот такой у нас динозавр получился. У меня желтый. Это не бронтозавр, да, привет. Так. Вот здесь немножко так и смешаться. Да-да-да. А внизу можно вот эти вот пластины разным цветом рисовать. Можно зеленым здесь нарисовать. Вот это зеленым. Можно каким хочешь. Каким хочешь. Пластины, я да? Вот этот хочу сверху оранжевым. Оранжевым нарисовать. Вот здесь вот оранжевым. Пластины у меня будут оранжевые, но не просто оранжевые. И зеленый тоже. Слушайте, у меня будет разноцветный динозавр. Мне нравятся разноцветные рисунки, да? Чтобы больше цветов было. Вот такой мне нравится. Вот это вот. Так? Вот это да, вот это динозавр. Немножко его оттяни. А здесь вот так, но только
цветом будешь рассказывать? Синий будет вот здесь. О, красным. Красным еще? Ну, отлично. Нет, хорошая идея красным нарисовать. Красный. Давай нарисуем ему еще траву там и где он там пасется. Он же любит траву кушать. Вот здесь еще раскрась вот эти вот. Красный. Так, hello, my name is Gord. I like look your channel. Best love you. Thank you. Пишут нам Дорг пишет. Ульяна нам пишет. Это нам всегда. Ульянка, здесь? Нарисуйте утку. Утка, хорошая идея, утка рисовать. А уже? Что? Чтобы. Смотри, я еще рисую траву. Я нарисовал траву. И траву. Траву быстро тоже рисовать. Просто. Так, привет, крокодил. Нам, пока, нам написали крокодил, смотри, Павлик. Вот. Привет, крокодилы. Диана нам написала. Нарисуйте Дэдпула, пожалуйста. Дэдпул это тоже супергерой. Мы с Павликом пока по супергероям не очень прикалываемся. Он я еще не очень пошел. Я покажу тебе Диану, хорошо? Диану? Диана, она вот она, да? Да, она там сидит и нам пишет письма. Тексты. Ну как, напишем динозавр или что-нибудь еще напишем, Павлик? А он тут. Павлик. Вопросительный знак. Какого цвета динозавр там пишут? Ну, у нас получился зеленый и желто-оранжевый. Давай так, напишем динозавр. Мы стараемся писать теперь. Подпишем что-нибудь? Да. Динозавр, да? Возьмем вот, например, зеленый хорошо пишет. Пап, смотри. Голубой мне тоже. Только так, начинай, знаешь где? А, ты закрасишь до конца. Я напишу динозавр тоже. Давай так напишем. Д. Динозавр. Д. Пиши Д. Павлик учится писать. Динозавр. Ди. В эту сторону или в эту? В эту вот сюда. Вот я написал И вот так, видишь? Ди. Bad Boys нам говорит привет, Майнкрафт. С кем будет Санта рисовать? Санса, с кем? Ну, сегодня, наверное, может к нам Рук. Ди. Не. Не. Как там? О. З. З. Звонкая или глухая? Звонкая. З звонкая. Мы изучаем. Звонкие. А С, она глухая. Давай. Динозавр. Напиши З, мы что-то прервались. Я тебя. А в каком? Ну вот, смотри. Мы путаемся налево-направо, слева-направо. Если сюда, значит, ты в эту, да? Давай, пиши З. З. Завр. Диноза. За. Б. В. В. О. В. Р. Динозавр. Р. Напиши здесь Р. И все. И у нас все сделано. Рисунок. Я думаю, мама нас тоже смотрит на трансляцию. Передавай маме привет. Пап. Привет, мам. Привет, мам. А, что ты хочешь сделать? Ну, пап, ну вообще ты сфотографируй наш рисунок. Давай, сфотографируй. Сейчас будем фотографировать рисунки. Да. И что? И потом нам иду я цвет, хорошо? Цвет. Давай так. Фотографии. Что следующим рисуем? Пап, цвет давай я выберу. Ну, мы потом.